Последний теракт в Анкаре, который унес жизни более 30 человек, снова поставил вопрос ребром: кто с кем и против кого. Турецкие власти обвиняют в нападении курдские группировки и партии, которые считают террористическими. Курды отрицают свою причастность к нападению на военных, но настаивают на том, что Анкара на фоне конфликта в Сирии и Ираке использует ситуацию в свою пользу, а именно хочет покончить с военизированными группами курдов не только внутри границ, но и за их пределами. С этой точки зрения оправданы и ракетные удары, которые в течение последних месяцев наносит турецкая армия по позициям курдов на территории Сирии и Ирака. Игрой мускулов называют наблюдатели это противостояние в ситуации, когда Анкара не получает поддержку со стороны Вашингтона по курдскому вопросу. Мы беседуем с экспертом по международным отношениям университета Халич Атилой Синдикли. Какова цель теракта в Анкаре, в центре столицы, рядом с парламентом, генштабом и общежитием для военных? Удар нанесен в самом сердце страны. В этом месте расположены штаб-квартиры военно-воздушных сил, военно-морских сил. Здесь находится генеральный штаб. Очень близко расположены здания правительственного комплекса. Турция оказалась лицом к лицу с преступниками, совершившими атаку в самом центре Анкары. Послание злоумышленников прозвучало так: мы, как террористическая организация, можем напасть на вас и в Турции. Мы располагаем средствами, чтобы поразить вас в самое сердце. Это послание не только террористов, но и тех стран, которые их покрывают и которые используют их в своих интересах. Türkiye'ye verdiği bir mesaj olarak algılanmasında fayda var diye düşünüyorum ben. Peki прекратит ли Турция свои военные действия в Сирии после этой атаки? Acaba Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini devam ettirecek mi? Buradaki faaliyetlerini sürdürecek mi? Yani tam tersi baktığımızda hemen Türkiye özellikle PKK terör örgütü Турция нанесла авиаудар по группе из 60-70 высокопоставленных членов рабочей партии Курдистана в Хафтанине в северном Ираке. Потому что считает их ответственными за преступления, совершенные в Анкаре. Но я не думаю, что наша страна должна осуществлять масштабную операцию в одиночку. И Анкара еще поднимет этот вопрос. Я считаю, что партия «Демократический союз» является такой же террористической организацией, как рабочая партия Курдистана или ИГИЛ. Нужно показать им нашу мощь в Сирии. Турция в состоянии провести широкомасштабную наземную операцию с использованием своих сухопутных сил или поддерживая саудовско-катарскую инициативу по проведению наземной операции против группировки «Исламское государство». Соединенные Штаты посоветовали Турции сотрудничать с сирийскими курдами, потому что другой альтернативы нет. Если Турция сможет такую альтернативу отыскать, хотя я думаю, что уже слишком поздно, она будет работать в этом направлении.